Мероприятие прошло в рамках дня основания государственного вуза. Основная цель – знакомство выпускников школы, студентов колледжей с университетом имени Шуканова Алиханова, знающим достойные позиции в числе высших учебных заведений страны. Отметим, здесь готовят специалистов по 53 специальностям бакалавриата. Сегодня показывают выставку достижения вуза, достижения наших студентов, которые, естественно, поднимает рейтинг нашего вуза на достойный уровень в Республике Казахстан. Как вы знаете, недавно вышел рейтинг высших учебных заведений Республики Казахстан, и наш университет КГУ имени Шуканова Алиханова вошел в двадцатку сильнейших вузов нашего государства. Это большое достижение, это работа всего коллектива и наших студентов. Напомним, вуз готовится к открытию своих стен факультета общей медицины. После 5 лет учебы выпускники получат степень бакалавриата общей медицины, но клинической практике они будут допущены лишь после 2-летнего обучения в интернатуре. Новость об открытии нового факультета, столь востребованного в регионе, вызвала у ребят огромный интерес. Данной специальностью интересуется много абитуриентов, поступает очень много звонков, не только с территории тех лиц, которые проживают у нас в городе Кокшетау, по всей Акмолинской области, а также рядом располагающей Северо-Казахстанской области. Многие заинтересованы поступить. В день открытых дверей со мной пришли 15 учеников. Многих заинтересовала новость об открытии медицинского факультета. Как нам рассказали, он откроется уже осенью. Также было интересно послушать о грантах Акима, которые выделяются на педагогические специальности, ведь они также востребованы в регионе. Ректор Кокшетауского государственного университета имени Шуканова Алиханова Марат Сырлыбаев пожелал выпускникам успехов на итоговой аттестации ИНТ. Мероприятие завершилось концертной программой. Иван Дубейко, Диана Калыкова, Максат Болотов, Дархан Сагын, Санджар Кулатай, Кокше, Акпарат.